Так, еще раз добрейшее утречко всем, кто в записи. В эфире Сергей Нежданов. Тема замки. Замки, в частности, брюшной замок. У Дианы Банха. Вот у нас брюшная полость. Да, вот от тазового дна буквально до диафрагмы. Вот это все. Вот представьте, у нас диафрагма. Тут тазовое дно, тазовая диафрагма, внутренние органы различные. И на вдохе вот такое движение, что делает? Создает здесь некое такое давление, да? Область низкого давления. Потом выдох, диафрагма расслабляется, поднимается вверх, воздух выходит, и давление здесь спадает, кровь начинает омывать активно внутренние органы, мышцы и все, что там мы так придавили, да, каждым вдохом и выдохом. Вот, давайте начнем с этого, с живота, с дыхания животом. Вдох-выдох делаем акцентированно животом. Вот хатха-йога, ну, в хатха-йоге, в текстах, ну, в частности, там, в хатха-йога Прадипике, это средние века, 15 век, описано достаточно много техники, внимание этому уделено большое очистительным моментом очищения. Считается, что в течение жизни, в течение дня, в результате деятельности мы, ну, человек себя физически загрязняет, да, если мы дышим и употребляем или находимся в каких-то неблагоприятных зонах, если мы также ментально себя загрязняем, не соблюдая гигиену ума, общения и энергетически, если наши энергетические каналы, сушумна, ида, пингала, чакральные комплексы, как принято считать это в йоге, в йогических традициях, каналы тоже загрязняются. И там, где у нас появляются загрязнения, там появляется затор, пробка, блок, если это мышцы, ментальная у нас, если мы, ну, там, обида пришла, и паттерн поведения появился, да, такой выработался обижаться, то какой-то там ассоциированный с этим чувством или эмоцией внутренний орган или место в теле может физически, то есть у нас все связано, да, физическое, ментальное, энергетическое составляющее, и в хатха-йоге, в частности, у Дианы Банха, корневой замок, Мула Банха и Джаладхара Банха, головой замок, как раз, и другие замки, бандхи, как раз это из разряда очищения, очистительных техник, как она работает, сжали, разжали. Кровь пошла, энергия пошла, очищение пошло. Там, где у нас есть кровоснабжение, там у нас есть здоровье и омоложение. Да? На всех вот этих уровнях, сейчас уже не буду проговаривать, ну, такая маленькая теория. Давайте практиковать. Берем себя, ладошки кладем на живот, продолжаем дышать животом, слушаем, и погладьте животик. Сегодня у нас задача сделать, ну, примерно 100 пустых удиян, 100 втягиваний живота. Ну, фактически, каждый вдох и выдох, каждый выдох у нас будет так или иначе поджимание, подтягивание, ну, втягивание. И обратите внимание, у кого это не освоено, это надо, вот, ну, делайте только это, втягивание живота. У кого у Дианы Банха освоено, живот прижимается к стенке позвоночника изнутри. Вот попробуйте это сделать.
Сделайте вдох-выдох. И на выдохе, вот пока задержка есть, попробуйте помассировать внутренние органы, ну, всю брюшную полость на тему, протестировать на тему, есть ли какие-нибудь там плотности, болезненные ощущения. Если есть болезненные ощущения, то мы там уже спокойно дыша, мы можем пальчики положить туда. Если опыта нет такого, то хотя бы просто ладошку. Можно поразминать туда вот в буквальном смысле, если где-то вот кишечники в тонком, да, вот можно вот так вот ладошки, вот ладошку на ладошку и вот так вот пальчиками попроминать, ну, вот в разных местах. Самомассаж, лежа, сидя. Сидя это мы немножечко ссутуливаемся, вот под ребрышками. То есть нужно обязательно иметь представление своими же руками, свое же тело, свои же ткани, ощущать, чувствовать, знать, что там. Вот практика, опять же, осознавание тела, да? Хорошо. Теперь следующие несколько дыханий мы будем делать. Вдох. Пауза. Поджимаем корневой замок головой немножечко. Головой делаете джалатхарабандху. Вот. Поджать его на васанах часто хорошо сама получается. То есть мы перекрываем вверх и низ. И теперь выдох. После выдоха сначала, давайте вот так сделаю. После выдоха сначала втягиваем живот, потом корневой замок головой. Отпускаем сначала живот, потом делаем вдох. Два замка. Выдох. Три замка. Вдох. Два замка. Отпустили. Выдох. Чуть поджались. Выдох, 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 да, выдох. Выдыхательные мышцы включаем. Втягиваем живот. Хорошо. Можно, слушая, продолжать. Следующая техника, которую нужно освоить. Агнисарадхаути. Брюшная помпа. Втянутый живот. Мы выталкиваем вперед и обратно втягиваем. Выталкиваем вперед, втягиваем. Это все на после задержки дыхания. Вот таким образом. Частота выталкивания может быть разная. Вот это нам потребуется в асанах. Давайте вставать. Встаем. Немножечко подышим, разомнемся. Ноги ширина таза. На вдохе раскрываем грудную клетку. На выдохе ладошки на бедра, втягиваем живот.
Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Теперь три раза Агнисарадхаути. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Руки через стороны вверх. Вдох. Выдох. Втянули живот. Каждый раз, когда я буду говорить, втянули живот, но мы фактически каждый выдох это будем делать. Поджимаем также промежность и горловую область горла. Фактически мы три энергетических центра, три места активных наших вот этим сжатием и разжатием активируем и массируем. Да, это такой массаж. До. Выдох. Вдох. Выдох. Если не получается просто упираться в бедра, да, вот в бедра, то наклоняйтесь, надо все равно опору, то есть не вот эта вот опора. Осваивайте разные варианты. Хорошо. Круговые, ой, эти скручивающие движения. Давайте немного разгоним кровь по позвоночнику. Смотрим прямо, смотрим прямо и наблюдаем, как скручивается позвоночник. Из таза мы задаем движение. Хорошо. Одну, давайте левую ладошку на крестец. На крестец положили. А правую начинаем из тоже таза движения. Правой. 5. Бросаем ее. Махи. 7. 8. 9. Хорошо. Меняем руки. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Обеими руками. Раз. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Хорошо, теперь полные круги. Раз, 2, 3, 4, 5. Другую сторону. Раз, 2, 3, 4, 5. Хорошо, остановились. Почувствуйте, как разогревается тело. Пальчики сжимаем, разжимаем. Сжимаем, разжимаем. Вверх сжимаем, разжимаем. Стороны сжимаем, разжимаем.
вперед, сжимаем, разжимаем. И быстро полностью выпрямляем. Полностью выпрямляем пальцы. Выпрямляем вот до такого состояния. Хорошо. Выпрямили вверх-вниз. Вверх-вниз двигаем. Покрутили. В другую сторону. Покрутили в локтях. Кисти расслаблены. Покрутили в другую сторону. Расслаблены. Сбросили. Все втрясем. Давайте, у кого полы дома. Мы сейчас пяточками стучать не будем. Мы сейчас давайте тряску создаем. Кто. Просто мне так сложно. У кого болезненные ощущения в позвоночнике и нагрузка компрессионная будет не очень хороша, мы вот такую тряску делаем, да, очень мягкую, вот такую. А у кого позвоночник выстроен ровненько, вы знаете, что не будет, скажем, хуже от лишней вот такой компрессии. Давайте попрыгаем. Высоко, прыжки. Высоко. Покрутились. Покрутились. Вправо-влево. Угу. С одной ноги на другую. Хорошо. Встали, почувствовали движение по телу. Хорошо. Носочки вместе. Сделаем еще один комплекс дыхания. Уджайи Вьяяма. Дышим уджайи. Ноги, кончик языка на верхнем небе. После выдоха втянутый живот. Руки через стороны. Первое упражнение. Вдох. Уджайи. Со на вдохе. Хам на выдохе. Вдох. Выдох. Третий раз. Вдох. Выдох. Руки вперед, прогиб, вдох. Выдох. Агнисара. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Руки вперед и в стороны. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. Хорошо. Начало коврика. Руки через стороны и вдох. С круглой спиной опускаем сначала голову. Грудной отдел скругляем. Поясничный таз проворачиваем. Выдохнули, коснулись пальчиками. Для этого согнули ножки. Согнули. И после этого втянули живот.
Поднимаемся. Вверх, с круглой спиной вдох. Выдох. Тянули. Вдох. Выдох. Тянули. Вдох. Выдох. Втягиваем. Здесь вдох. Выдох. Тянули живот. Пальчиками потянулись вперед. Вдох. Выдох. Ноги сгибаем настолько, чтобы можно было животом почувствовать бедра. Тянули. Теперь брюшная помпа. Двигаем животом. Вдох. Выдох. Тянули живот. Двигаем. Выдох. Выдох. Тянули живот. Хорошо. Присогнули колени, руки на колени. Правая рука вперед и за колено. Ладошки на ладошку. Вдох. Развернулись. Выдох. Тянули живот. Выдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Посерединке вдох. Левая рука вытянули. За колено выдох. Развернулись. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Хорошо. Ноги остаются. Выпрямляем таз. Проворачиваем таз, выпрямляем туловище. Ножки согнуты. Давайте, можно их чуть-чуть пошире поставить. Дышим, вдох. Уткатасана, выдох. Поза стульчика. Кинули живот. Вдох. Выдох. Кинули живот. Вдох. Выдох. Кинули живот. Хорошо. Опустили ладошки вниз. Отшагнули. Собака головой вниз. Вытягиваемся. Делаем глубокий вдох. Выдох. Втягиваем живот. Вдох. Выдох. Левой пяточкой в пол. Тянули живот. Вдох. Выдох. Правой пяточкой в пол. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тягиваем живот. Посмотрели вперед. Вдох. Посмотрели назад. Выдох. Агнисарасауте. Вдох. Смотрим вперед. Выдох. Агнисарасаути.
Так, живот в целом не видно. Вдох. Смотрим вперед. Выдох назад. Подбородок на грудную клетку. Втягиваем живот в нисарадхауте. На носочках поднимаемся, вдох. С правой стороны опускаем таз. Выдох. Втягиваем живот. Поднимаем таз вверх, вдох. С левой стороны опускаем, выдох. Пробуем втянуть живот. Поднимаем таз вверх, вдох. Опускаем колени, выдох. Втягиваем живот в кошке. Кошки, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Втянули. Добавили прогиб, вдох. Антипрогиб, выдох. Втянули. Вдох. Выдох. Тянули. Вдох. Прогиб. Антипрогиб. Выдох. Тянули. Хорошо. Теперь левая нога поднимается. Левая рука поднимается. И мы ножку заводим в сторону. Давайте вот так я покажу. Ножку заводим в сторону и левую руку тоже. Левый бок натянули, вдох. Выдох. Попробуйте теперь вот так вот, вдох. Выдох. Вот такое движение, вдох. Бок натягиваем, выдох. Хорошо. Исходное положение. Правая нога. Правая рука. Отводим ножку вправо. Рукой влево. Руку влево. Натянули правый бок. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Возвращаемся. Правая рука, вдох. Плечо в пол. Выдох. Тянули живот. Левая рука, вдох. Выдох вниз. Скрутились. Тянули живот. Правая, верно. Вниз. Тянули живот. Левая, верно. А вниз. Тянули живот. Правая, верно. А вниз. Тянули живот. Левая рука вверх, вдох. Вниз. Тянули живот. Хорошо, правая назад, вверх, вперед. Вытянулись, провисли. Тянули. Левая. Вдох. Полный круг. Выдох. Тянули. Правая, вдох. Выдох. Левая, вдох. Выдох. Правая, вдох. Выдох. Левая, вдох.
Выдох. Правую руку вытянули. Провисли. Дышим вдох. Выдох. Тянули живот. Здесь мы растянут, поэтому делаем акцент. Вдох. Выдох. Расслабляемся. Вдох. Даем возможность провиснуть. Провернуться тазу. Раскрыться грудному отделу. Пробуем грудной клеткой лечь в пол. Хорошо. Собака головой вниз. Левая нога вверх, да? Держим выдох. Два вдох. Выдох. Пробуем втянуть. Поджимаем живот, да? Выдох. Поджали. Согнули колено. Вытянули еще выше ножку. Посмотрели вперед. Посмотрели назад. За плечом. Над плечом. И на носочек встали правой ногой. Левая нога на носочке, правая прямая. Раскрылись. Вдох. Сели, выдох, тянули живот. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Тянули. На вдохе ножку. Опа. Возвращаем. Правая нога. Вдох. Выдох. Тягиваем живот. Вдох. Выдох. Тягиваем живот. Выдох. Выдох. Тянули. Согнули ногу, нога выше. Еще выше колено. Еще выше. Посмотрели вперед, еще выше. Растянулись, посмотрели на свою пяточку и поставили носочек сзади. Таз вверх. Вдох. Таз вниз. Выдох. Тянули живот. Раз вверх. Вдох, прогнулись. Раз вниз, выдох. Тянули. Вверх, вдох. Прогнулись. Выдох. Тянули. Исходное положение. Раз. Угу. Левая нога вверх, вдох. Шаг вперед, выдох. Задняя нога прямая, втянули живот. Руки через стороны вверх, вдох. Выдох. Правая рука вниз, вдох. Выдох. Каждый выдох, втягивание живота. Левая рука вниз. Вдох. Выдох. Хорошо. Колено в пол. Прогнулись. Так, много солнца в комнате. Контрастно получается. Может быть, добавить так свет. Ладно, все равно видно, я надеюсь. Прогнулись, вдох. И опустились вниз, туда-туда получается, с втягиванием живота.
Поднялись, вдох. Колено чуть в сторону. Опустились вниз, выдох. Поднялись, вдох. Опустились вниз. Выдох. Хорошо. Теперь правая рука опорная. Провисли правым боком. Согнули ножку. И левой рукой зацепились. И теперь начинаем опускаться тазом вниз, коленом к ягодице. Вдох. Выдох. Втягиваем живот. Вдох. Выдох. Втягиваем живот. Вдох. Не везде он прямо втягивается, где-то вот брюшная стенка растянута, но мы акцент делаем. Выдох. Попробуйте еще. Хорошо. Отпускаем. Выпрямляем. Можно чуть вперед ножку отодвинуть. Выпрямляем ногу левую и вдоль левой ноги. Поднимаемся, вытягиваемся вперед вверх. Вдох. Опускаемся вниз. Тянули. Поднялись вверх. Заднюю часть левой ноги вытягиваем. Приятно, выдох. Поднялись, вдох. Опустились вниз, выдох. Приятно. Втянули. Теперь садимся на пятку. Раз. Пятка в промежность. Пятка в промежности. Вдох. Опустились вниз, выдох. Тянули живот. Поднялись, вдох. Пятка в промежности активирует нам как раз мышцы тазового дна. Выдох. И еще раз вдох. Выдох. Поднимаемся. Начало коврика. Отшагиваем. Правая нога вверх, вдох. Шаг вперед, выдох. Поднялись вверх, вдох. Вверх, подрасана. Выдох. Вдох. Левая рука вниз. Выдох. Тянули. Правая рука вниз, левая вверх, вдох. Выдох. Тянули. Хорошо. Колено вниз, вдох. Колено правой ноги чуть в сторону. Вверх потянулись. Выдох вниз. Тянули. Поднялись вверх, таз все ниже, выдох, тянули. Поднялись вверх, опустились вниз, тянули. Хорошо, теперь правая, левая рука внизу, левый таз вниз. Правую ножку согнули и захватили. Разные проекции показываю. И смотрим здесь. Бочок тянется, да, бедро. Посмотрите, бицепс сжимается, бедра. Дышим вдох. Выдох. Подтягиваем. Вдох. Выдох. Тянули. Вдох. Выдох. Тянули. Отпускаем ногу. Вытягиваемся вдоль
правой ножки вдох поднялись, выдох опустились, кинули, вдох, выдох, кинули, вдох, выдох, кинули. Отползли назад. Пяточкой в промежность. Положили пятку в промежность. Сели сверху. Если не получается, тогда, тогда вот так сели. Вообще, пяточка нас активирует. Мышцы тазового дна. Выдохнули. Поднялись, да? Выдохнули. Поднялись, да? На выдохе втянули живот. Выдохнули. Хорошо. Отсюда руки. Ну вот у меня, чтобы к вам к экрану быть, я вправо. Смотрите, может быть, влево. Вставайте. Пирамидку вот таким одним движением. Вдох. Выдох. Втягиваем живот. Вдох. Выдох. Втягиваем. И агнисарадхаути можно чередовать, я диктовать не буду, просто чередуйте. Один раз втянули, другой раз подвигали животом. И теперь опускаемся вниз. Втягиваем живот. И еще вдох. Выдох. Ладошки справа, слева под плечами. Вдох. Выдох. Под плечами. К левой ноге вытянули вдох. Выдох. Удьяна Бандха, Агнисарадхаути. Вдох. Выдох. Вдох. Арочки стоп приподнимаем. Арочки стоп. Ага. Внешними частями толкаем пол. Внешними частями стоп. Меняемся на другую сторону. Вдох. Выдох. Тянули. Вдох. Выдох. Тянули. Вдох. Выдох. Посерединке вдох. Опустили голову вниз. Выдох. Выпрямили ручки. Прямая спина. Правой рукой вдох. Развернулись. Выдох. Агнисарадхаути. Левый вдох. Выдох. Правый вдох. Выдох. Левый вдох. Выдох. Потянулись вперед. Вытянулись таз назад. Тазом тянемся назад. Головой и пальчиками рук вперед. Тянем живот. Хорошо. Пробуем руки назад вытянуть и опереться на руки, носочки вверх. Ага. Уповишта кона асана.
Вот. Или любым доступным способом садимся. Любым способом садимся вот в такую позу. Хорошо. И здесь просто покачаемся. Угловые движения. Одну в другую сторону. Давайте к левой ножке потянемся. Тянули живот. Правый вдох. Выдох. Тянули живот. Посерединке вдох. Даже если вот руки здесь, выдох. Тянули живот. Или руки здесь. Смотрим на свое положение. Выдох. Тянули живот. Если руки здесь, ножки могут быть так присогнуты. Угу. Хорошо. Начало коврика. Садимся в позу ворона. Вот это хорошее тоже в хатха-йоге используется для того, ну, при запорах, при различных тонусах в прямой кишке, в толстой кишке, то есть при затруднении с выходом каловых масс. Давайте ручки в стороны и дышим вдох. Выдох. Втягиваем живот. Вдох. Выдох. Втягиваем живот. В прибрежных зонах, вот в Индии, я наблюдал, когда вот утром на рассвете люди вот так сидят на берегу и работают со своим животиком. Просто обычные там сельские труженики или кто там, ну, жители. Втягиваем. Ладошки перед грудью. Вдох. Выдох. Тянули. Хорошо. Садимся. Садимся. И давайте ромбиком вот так, ножки. Ромбиком захватываем стопы. Пяточки подальше от таза. Прогнулись вдох. Опустились вниз. Ну, соответственно, давайте здесь агнисарадхару делаем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Поднимаемся. Ладошки сзади. Сейчас связка стол, уголок. Стол, вдох. В уголке втягиваем живот. Не получится, но пробуем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Здесь, вот в этом положении мы раскрываем. Раскрываемся. Вдох. Плечи раскрываем. Голову откидываем. Выдох. Горловой замок. Видите, горловой замок. Корневой замок. Ну, брюшной здесь не совсем получится. Вдох. Таз вверх. Таз к пяткам. И остаемся здесь. Дышим. Пробуем расслабить плечи. Расслабляем плечи. Голову опускаем.
Хорошо. Садимся. Перекрещиваем ноги. Планка, вдох. Выдох. Сгибаем локти, вдох. Выдох. Собака головой вверх, вдох. Собака головой вниз. Выдох. Двумя ногами подшагиваем, подпрыгиваем. Вперед, вдох. Наклон. Выдох. Вставляем втягивание живота, вдох. Выдох. И один круг сделаем, чтобы разогнать все, вдох. По телу. Выдох, наклон. Правой ногой шагнули, колено в пол. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Колени в пол. Вдох. Планка. Выдох. Опустились на живот. Ребрышки поставили, руки справа, слева. Вдох. Выдох. Собака головой вниз. Правой ногой шагнули вперед. Вдох. Наклон, выдох. Руки через стороны вверх, да? Выдох. Выдох. Наклон. Выдох. Левой ногой шагнули, вдох. Отшагнули. Выдох, собака головой вниз. Колени в пол, вдох. Прогнулись. Выдох, планка. Опустились вниз. Вдох. Пальчики ног в пол. Выдох. Отжались. Собака головой вниз. Левой ногой вперед. Колено в пол. Вдох. Наклон. Выдох. Втянули живот. Руки через стороны вверх. Выдох. Легли. Колени согнуты. Ножки вверх, руки вверх. Стряхиваемся. Встряхнули, почувствовали движение в ногах, в руках, захватили коленочки, ножки, прижались, покатались справа-влево. Хорошо, покатались вперед-назад. Массируем спинку. Хорошо. Ложимся. Правая ножка сверху, левая снизу. Закрутили ноги. Ага. Руки в стороны. Таз. Правая нога сверху. Таз справа. Колени влево. Левая рука сверху. Колени. Правая лопатка на полу, дышим, вдох, животом, выдох, втягиваем живот, вдох, выдох, расслабляемся, втягиваем живот, вдох, выдох, втягиваем живот. Смотрим вправо, все отпустили. Хорошо. Разворачиваемся в другую сторону.
таз посерединке, левая нога сверху, таз левее, колени вправо, лопатка на полу, правая рука сверху. Расслабились, вдох, расслабились, выдох, подтянули живот. Вдох, выдох, расслабление, втягиваем живот. Вдох, помним, да, три замка, выдох. И попробую чуть-чуть тонус создать и отпустить. Все отпустили. Хорошо, поднимаем колени. Крутим в стороны, колени пошире. Выдохнули вправо. Подняли вверх. Вдох. Выдохнули влево. Подняли вверх. Выдохнули. Подняли вверх. Голова в противоположную сторону. Натянули. Подняли. Натянули. Подняли. Натянули. Подняли. Вытянули ноги, взяли себя под бедрышки, под ягодицы, вытянули спинку, носочками себя, вот себя. И позвонок за позвонком положили, выдохнули. Первые три дыхания со втягиванием живота. Дышим вдох, животом выдох. Подтягиваем живот. Можно ладошками массировать. Вдох. Выдох. Пальчиками попроминать. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули. Все отпустили. Отдыхаем. Расслабляемся в шавасане. Потихонечку можно заканчивать. У кого есть время, можно полежать немножечко. У нас время вышло. Кто заканчивает со мной, ладошки перед грудью. Садимся. И желаем счастья всем живым и чувствующим существам, включая себя. Я желаю вам прекрасного дня. Понаблюдайте за ощущениями вот, брюшной полости. На самом деле это массаж не только внутренних органов, которые вот непосредственно между ребрами и лобковой косточкой, но это и у нас сердце также участвует, вся кровеносная система, лимфатическая. Достаточно такая хорошая техника. Все, всем здоровья, до завтра. Имейте в виду, завтра у нас занятие утром.
И вечерняя практика перед сном. Для сна. Среда. Все. Всем пока.